Он ищет сотрудников для крупнейших компаний. Это мой муж, Роджер Браун. Класс, граф. Я был топ-менеджером. Но его личный интерес – их отношение к искусству. Сколько, по-твоему, она стоит? Десятки миллионов. Идеальный кандидат сделает его сказочно богатым. Или мертвым. Боюсь, у меня для тебя плохие новости. «Охотники за головами» в этом месяце на ТВ-1000 Action.